Christmas clouds of Holocaust. Сейчас уходит идея жизни, когда сразу в голову начинают лезть мысли по поводу того, а для чего ты эту жизнь прожил, зачем жил, понимаете? В Бога мы не верили, потому что нас и не учили верить или не верить. Мы ценности эти человечьи все-таки, я думаю, растеряли.